Привет, дальневосточники! Привет, подписчики, друзья, соотечественники и все-все мои зрители! На днях в автобусе услышал очередные легенды, которые упорно внедряют в мозг наших соотечественников. И все к тому, почему нет рыбы, почему мало рыбы красной в Амуре. И, значит, один говорит с таким серьезным видом: поменялось подводное течение, поэтому рыбы пока не будет. Течение вновь вернется, и рыба появится. Значит, другой ему не менее серьезно вторит: на Сахалине было землетрясение. Третий говорит: нет, землетрясение было на Камчатке, и поэтому рыбы не будет. Ну, хотелось сказать, не стал влезать в разговор, что все это повторяется события прошлого года. Если вы вспомните, были похожие легенды, которые упорно, ну, вместо нормальной работы придумывал Тенро-центр и внедрял в головы наших сограждан. И подумалось мне, видимо, рыба так же, как и в прошлом году, вся из Амура улетит прямиком на Марс. Ну, а пока нас всех тоже не забрали на планету Марс, я с вами прощаюсь. Приглашаю подписываться на мой канал. Роман Зайцев, живу на ДВ. Не забудьте поставить лайк этому видео.